Вітаємо всіх з Днем жартів. Наш народ вміє сміятися в будь-яку годину. І в цьому і сенс є, бо хто сміється, той живе. І ми вам бажаємо хороших цілий міг у День жартів і потіх. І пропонуємо гумореску «Папуга» у виконанні Олександри Хрущ. Попугай у мужика, черечами тешил старика. Коль не с кем было поговорить, так стоит попку раздразнить. И завязался разговор, был попка на язык остер. И не хозяина вина, что участковый, вот зараза, не по душе пришелся попке сразу. Коль участковый появлялся, то попка, что было сил, орал: «Козел, куда идешь? Куда ты прешься, идиот?» Сначала оскорблялся мент, но потом осознал момент, стал штрафовать пенсионера, и штрафы все росли в размерах. Что делать с попкой, дед не знает. Он у попа совет спросил: «Ведь скучно жить без попугая, жизнь с попугаем дорогая». Папа был тоже попугай. Он старику дал совет: «Ты с моего возьми, сначала ты возьми моего, а я твоим займусь слегка. Возможно, речь ему исправим и от беды тебя избавим». Так обменялись попугаем. Но мент этого не зная, под окнами туда-сюда, а попугай молчит. Беда! Что сделать, мент не знает. Как выжать деньги старика? И он задумался слегка. Стал перед клеткой с попугаем и о себе напоминая: «Ну не молчи, ведь я козел, скотина, дурень и осел!» Так перечислил все, что знал, и попугай ему сказал: «Я рад, покаялся ты все же, молись, и Бог тебе поможет, коль осознал свои грехи, твои дела не так плохи. Аминь!»